Он, ну, реально большой. Странно звучит, если честно. Ну, в общем, какой-то крокодил стимпанковый. Стимпанк-осьминог. И всем привет, зрители и подписчики канала Интроллер. А что ж, наконец-таки я решил выпустить видео, получается, со сливами следующего обновления в PS Mentor X. Сливы достаточно интересные, идя наперед я вам скажу это. Они специфичные, с одной стороны, с другой стороны, достаточно такие банальные, ну, то есть, наполовину, да, то есть, сливы такие, в принципе, нормальные. То есть, меня они, в принципе, полноценно устраивают, достаточно интересные сливы, не огорчающие, так что сегодня никакого такого, так сказать, пессимизма у нас в ролике не будет. Но перед тем, как я все вам это расскажу, я вас, конечно, попрошу поставить лайк, подписаться на этот канал. Тем самым будете дальше мотивировать меня снимать подобный контент, но одновременно с этим будете продвигать этот ролик дальше, чтобы больше и больше людей его увидело. Но сильно зацикливаться на этом не будем, если хотите, то так сделаете. Конечно же, еще можете написать тобой комментарий по своему желанию, который, возможно, попадет в следующий ролик, друзья. Также можете заходить, получается, в мою группу в Роблоксе, где я продаю свой мерч. Так что буду очень благодарен и рад вас там увидеть. Ну что ж, давайте перейдем к самой сути ролика. В общем-то, сегодня я буду показывать вам сливы, которые я опубликовал в моем Discord-сервере. Можете также туда зайти и первыми уже до ролика видеть все эти сливы. Но, если хотите, нет каких-либо проблем. Просто главное, что есть такой Discord-сервер. В общем-то, перемещаем сейчас в мой Discord-сервер. Я вам сейчас все более подробно, получается, расскажу. Вот мы уже в нашем Discord-сервере, как вы видите, это последние, получается, сливы из обновления до этого. И, собственно, почти, ну, думаю, что все эти сливы, они как бы полноценные. То есть вот этот вот, я сливал, получается, новую зельку. И многие-многие другие сливы тоже были достоверными. Что ж, давайте передвинемся к первому нашему сливу на сегодня, сегодня. Это, получается, новые пэты. Это такие стимпанк пэты, то есть я так понял, что будет стимпанк обновление. И, по-моему, лока будет стоить 500 тысяч коинов. Я точно не уверен, но, по-моему, она будет стоить именно столько. Что ж, смотрим, что у нас здесь есть. Получается, какая-то мышка. Не знаю, что это такое. Какая-то механическая мышка, типа того. Какой-то кот с волшебной палочкой. Тоже стимпанк, там шляпка и все остальное. Это уже получается то же самое, только... как вам? Его золотая версия. Почти здесь должны быть обычные, если... Ну, что-то здесь напортачили с источники слива. Ну, да ладно, в принципе. Хотя... не, наверное, все-таки так все должно выглядеть. Просто сама утка же желтая, наверное, да. В общем, вот у нас челик какой-то есть. Какой-то крокодил с какой-то рубилкой, не знаю. Странно звучит, если честно. Но, в общем, какой-то крокодил стимпанковый. В общем, то есть это вся информация, которая у меня есть. Получается, какая-то кожа, какой-то еще, не знаю, что это. Это типа лиса, наверное, да? Лиса с моноклем, с шляпой, в общем-то, стимпанк, да, одним словом. Это все их не, да, получается, черно-матерные версии. Достаточно прикольно, честно говоря, мне это все нравится, устраивает. Интересный слив, интересные пэты, я бы очень хотел их как можно быстрее узнать, точнее, увидеть в игре. Что ж, получается, это следующий слив. И это, так сказать, стимпанк-осьминог. Он выделяется, я вам чуть позже расскажу, чем. Но, в принципе, пэт, он, как сказать, у него уникальная моделька. То есть он не квадратный, как эти пэты, а он, у него своя моделька. Поэтому я думаю, что это либо эпик, либо лего. Потому что прям на мификах он ничего не катит. Во-первых, потому что у всех мификов один и тот же тип, они все летающие, типа дракончики, да? А я вам покажу, почему еще. В общем, это, скорее всего, будет лего, как по мне лично. В общем-то, такой вот, получается, осьминожек стимпанковый. В принципе, прям такого супер чего-то редкого нету, и чего-то особенного прям такого редкого нету. В общем-то, вот, получается, то, чем он выделяется. Это его размер. Он, ну, реально большой, то есть он почти с размером с игрока в игре. Получается, я думаю, что достаточно большой такой пэт, если честно. То есть... Он реально большущий, прям, можно сказать, он реально прям большущий. Как вы знаете, у пэтов, которые, когда вы в игре, получается, находитесь, исходят всякие разные партиклы, то есть всякие эффектики из них выходят. И это, получается, эффектик для стимпанк пэтов. То есть эти вот шестеренки будут выпадать, получается, из пэтов все время. То есть такие маленькие партиклы будут вылетать. В принципе, это достаточно ожидаемо, достаточно прикольно. В общем-то, это, опять-таки, подтверждает, что обновление будет именно стимпанковое. Я очень надеюсь, что обновление не... получается, не отодвинется на еще одну неделю. Очень надеюсь. Прям, ну, действительно, надеюсь, прям очень сильно. Что ж, перемещаемся уже к новым, получается, таким интересным сливам. Это, получается, сундук, подарок, кучки монетовые и два разных сейфа монетных.
В общем-то, это получается, я даже не знаю, как это назвать по-русски именно. Это, так сказать, вещи, которые можно ломать, чтобы получить коины. Я думаю, вы знаете, что это такое. На сундук, по-моему, меж еще не нашли, но он, по-моему, будет такой просто серенький будет. Не знаю точно, но вот это, в принципе, те сливы, которые у меня на данный момент есть. Я что-то лучшего и не нашел. Так что это то, что у меня как бы имеется. Я показываю максимально хорошие сливы, которые только есть. Что ж, это получается новое яйцо, следующее обновление. Правда, вот не точно неизвестно, что будет с яйцом пришельцев. Так как это получается стимпанк яйцо и яйцо пришельцев. Так они, в принципе, и называются. Потому что, как бы, сливов на пэтов именно пришельцев нету пока что как таковых. Только какой-то один пэт, зеленый что ли, пришелец. Но это один всего-то пэт, ну, типа, серьезно. Один пэт, ну... Это не серьезно. Так что, я думаю, возможно, даже этого яйца и не будет в этой обнове, но то, что оно есть, это факт. В общем-то, скорее всего, вот это вот яйцо, короче говоря, и выйдет. Что ж, идем дальше. Это уже сегодняшний у меня, получается, слив. Это, наверное, самые лучшие редкости. Я все-таки вот склоняюсь на основе этого всего, что это будет эпик у нас. Сейчас я вам объясню. Бурильщик, так я его так назвал, в общем-то, вот этот вот бурильщик, он, скорее всего, будет легой, потому что у него светящиеся глаза, ну, то есть такие элементы, такие, которые более декоративные. Почему, точнее, не мифик? Все очень просто. Получается, вот этот вот летающий челик, это летающая рыба, получается, она очень схожа по стилистике всех мификов, которые были в этой игре. Они всегда были летающие, и всегда, получается, такие как, в стиле драконов были. Это, можно сказать, стиль дракона, то есть это по факту это дракон. Он выглядит как дракон, просто какая-то странная рыба, его так назвали, вот и все. То есть мне кажется, это реально будет новый мифик, я почти в этом полностью уверен. Стимпанк рыба, если получится какой-то пурильщик, я так его назвал. Поэтому такие вот дела. Ну и сейчас вам последний, получается, мой слив. Это размеры этих двух пэтов. Они, так сказать, оба большие. То есть это тоже также подтверждает, что у них будет большая редкость. Скорее всего. Не дотягивает по размерам большого кота, который сейчас эксклюзивка. Но пэт достаточно интересный, поэтому да. Получается... в принципе, они по размерам одинаковые. Я думаю, что все-таки бурильщик будет легой. А не мификом. Мификом, скорее всего, будет этот. Хотя по факту-то, именно по сложности элементов, именно бурильщик должен быть мификом. Поэтому тут как бы тут такое смежное мнение, то есть рыба, она летающая, и она очень схожа стилистика с другими мификами. А вот бурильщик, он более сложный сам по исполнению. То есть он вообще сам как бы по себе сложнее, поэтому именно сделан он посложнее, да? Ну, вы меня, думаю, поняли, в принципе, удружаться я объяснять это все особо-таки, наверное, и не буду. Что ж, в принципе, на сегодня это все сливы, которые у меня имеются в Discord-сервере, вообще, в принципе, у меня имеются. Обновление достаточно интересное, то есть я его жду, оно неплохое, но реально, ну, интересное. Во-первых, еще вы должны понимать, что это просто добавление новой локации в Техномир, то есть это второе только обновление с Техномиром. Это то же самое, что и тогда было, получается, с... это самые призрачные локации на Fantasy World, поэтому про многого чего-то ожидать не стоит. Я думаю, что в следующем обновлении какая-то новая механика появится. Лично мне так кажется. Что ж, друзья, на этом у меня, наверное, все. Спасибо, конечно, подписки, лайки, комментарии, колокольчики. Получится всем всего хорошего. С вами был Торрент, друзья. Всем пока-пока.